Нардепы сегодня вообще были на редкость продуктивны и солидарны. Буквально за полчаса уволили министра финансов Александра Данилюка. Напомню, не прошло и суток, как премьер подал в зал парламента соответствующее представление, откуда такой единый порыв, знает Богдан Вербицкий. После президентского законопроекта об антикоррупционном суде депутаты приступили к рассмотрению вопроса от премьер-министра. Владимир Гройсман внес в зал представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Ради голосования депутатам пришлось даже отложить обед. Уряд Украины, премьер-министр, звертається с проханием, чтобы мы продолжили ранкове засідання до розгляду кадрового питання про звільнення Данилюка с посады министра финансов Украины. Просьбу премьера народные избранники поддержали. Правда, со второй попытки. 240 за. Решение принято. Депутаты решили не затягивать и вершили судьбу Данилюка по ускоренной процедуре. Первыми свою позицию высказали в бюджетном комитете. Вердиктом вынесли еще вчера. Рекомендовать Верховной Раде принять проект постановы Верховной Рады 8433, внесенный Кабинетом министров Украины. Поддержали представление Гройсмана на увольнение Данилюка почти все фракции. Претензий предостаточно. Я помню, что в 2016 году на едином казначейском рахунку было 100 миллиардов гривень. Скажите, пожалуйста, а почему сейчас 20? Мы считаем, что є аморальным и злочинным пребывание на посаде министра, который официально, дивлячись в очи десяткам миллионов украинцев, заявляет про то, что поднятие минимальной зарплатни неприпустимо. Сколько разів вы тут бачили министра финансов? Коли розглядались найважливіші питання цієї країни. Наша фракція прийняла рішення голосувати за відставку. Уволить Данилюка призвали опозиціонери. По мнению депутатов от Опоблока, главный показатель его профнепригодности – рост инфляции. Буквально декількома цифрами. При заявленій інфляції на цей рік близько 7%, за перший квартал інфляція становила 13,8%. После выступления нардепов слово взял сам Данилюк. Уверяет, он якобы не угоден премьеру. Дескать, боролся с системой, но она оказалась сильнее. Никаких четких ответов на конкретные обвинения не дал. Немає людини, немає проблеми. Але в 21-му столітті такі принципи вирішення системних проблем не працюють. Треба приймати державницькі рішення. Премьер, в свою очередь, уверяет, ничего личного, а поведение министра в последнее время просто неприемлемо. Я так и не зрозумів его выпад на засідании уряду щодо провокування абсолютно емоційної, непристойної поведінки. Більше того, коли я після цієї наради в уряді прилетів в Брюссель вести перемовини, надзвичайно важливі, мене зустрічав лист міністра фінансів, для мене взагалі незрозумілий і, на мій погляд, навіть неадекватний. Я прошу сьогодні вас задовольнити моє подання про відставку міністра фінансів України. 254 за. Решение принято. На увольнение Данилюка у нардепов ушло около получаса. Исполняющим обязанности главы Минфина сейчас назначена его зам Оксана Маркарова. Богдан Вербицкий, Владимир Самченко и Вадим Свиридонов. Подробности телеканал Интер.